Я хочу вас пригласить на марафон исполнения желаний. Да-да, вы, наверное, очень много и очень часто слышали, что нужно сделать, чтобы ваше желание сбылось, как нужно визуализировать, какие нужно делать шаги, как нужно расписывать, чтобы достичь того-то, нужно сделать то-то, чтобы сделать то-то, нужно принять это. И вы это все делаете по-честному. Но желания в вашу жизнь либо не приходят, либо приходят не совсем то, что вы и хотели. Вы не чувствуете от этого удовольствия. Вы понимаете, что это не то, от чего вы получаете истинное удовольствие. И именно на марафоне желания, который состоится 13 июня, мы с вами поговорим, как правильно составлять то желание, чувствовать то желание, которое нужно именно вам, не социуму, не вашим близким, чтобы их порадовать, либо показать, что вы, да, вы это можете. Мы с вами научимся чувствовать истинные ваши желания. И после того, как мы научимся чувствовать истинные ваши желания, именно ваши, я вам расскажу, как нужно их правильно хотеть, желать. И как только вы это начнете делать, то поверьте, эти желания будут сбываться очень быстро. Вы будете испытывать огромное удовольствие. Огромное удовольствие от того, что да, действительно, то, что вы хотите, присутствует в вашей жизни. И оно всегда присутствовало. Но в некоторых вещах вы это не понимаете, не осознаете, либо не видите. Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы те мечты, те желания осуществлялись в вашей реальности за минимально короткие сроки. Мы с вами попрактикуем каждый не только свои желания, но и мы будем перестраивать с вами нейронные связи, нейронные сети в вашей прекрасной голове. И вы увидите, насколько клёво, насколько просто и насколько гармонично может приходить в вашу жизнь все, как только вы это захотите. Не верите? Пробуйте. Приходите на марафон. Я вас жду.